Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом обзоре речь пойдет про смартфон OnePlus 10 Pro. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы сможете поделиться в комментариях. Металлическая основа плавно переходит в 3D скругленную керамическую поверхность. Потрясающий, изысканный дизайн, от него невозможно оторваться. Идеально лежит в руке. Правильный вес – еще один плюс, который вы сразу почувствуете. Третье поколение – шелковой обработки и никаких отпечатков. Первый AOD-экран с частотой 1 Гц. Экран всегда включен, потребляя мало энергии. В помещении и снаружи цветопередача абсолютно точная. Изображение всегда соответствует как в солнечную погоду, так и ночью. Преобразование фото и видео в HDR в мгновение. Работает гаджет на Android 12.1 с фирменной оболочкой ColorOS 12.1. Новые эмоджи, более 300 улучшений и оптимизаций. Новая ColorOS 12.1 стала более плавной и простой. Новые фичи ColorOS 12.1. Эмоджи, плавная работа с ИИ 2.1. Улучшение качества фото, кадры с двух камер. Окно уведомлений, горячий запуск видео, встроенный переводчик O-Haptics, кошелек карт, плавающие окна, умная боковая панель. Второе поколение системы камер Hasselblad с глубоким переосмыслением фотографий на мобильном устройстве. Флагманская тройная камера нового поколения. Обновленный сенсор IMX789 с множеством улучшений позволяет каждому делать фото, словно понимающему фотографу. Созданный специалистами Hasselblad помощник позволит вам создать собственный неповторимый стиль, которым вы очаруете. Кинематографическое соотношение 65 к 24 на уровне пленки. Проявка черно-белого негатива с полным ощущением пленки. Ваши кадры наполнены цветом и историей. Новое поколение Snapdragon 8, 5G плюс LPDDR5 и быстрый накопитель UFS 3.1. Абсолютная плавность в играх и при скролле. Стабильный фреймрейт, охлаждение, быстрая работа, куча улучшений Hyper Boost, покажите свои лучшие навыки. O-Sync позволяет разогнать смартфон одним прикосновением. В сравнении с предыдущим поколением поддерживаются сцены с низким освещением. Многие игры при 60 и 90 Гц. OnePlus 10 Pro рекомендован для PLAYS Elite Professional League League of Legends. Смартфон поддерживает все современные диапазоны сотовой сети, также он оснащен Wi-Fi модулем и Bluetooth версией 5.2. Также производитель не забыл и о модуле бесконтактной оплаты NFC. Аккумулятор 5000 мАч, отличная автономность. 80 Вт быстрая зарядка плюс 50 Вт беспроводная, 32 минуты проводом, 47 минут без проводов. Быстрая зарядка, хорошая автономность, абсолютное спокойствие в течение всего дня. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик для уведомлений. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами на этот смартфон находятся в описании к видео. Для поддержки канала пишите комментарии и ставьте лайки. До новых встреч на канале «Правильный выбор».